Итак, привет тебе, дорогой друг, и сегодня поговорим о том, сколько же раз в неделю нужно тренироваться. Я тут уже на листочке себе немножко чего набросал, и, в общем, сейчас расскажу. Так, вообще скажу, что очень часто тренироваться не стоит. Вот, ну как бы можно, но все зависит от твоих целей. Допустим, если ты выступающий спортсмен, там, по бодибилдингу, вот, то, конечно, частые тренировки, да, это хорошо. А для обычного человека, для обывателя, да, для любителя, скажем так, не профессионала, вот, достаточно, там, допустим, 2-3-4 раз в неделю, ну, можно и 5 раз в неделю. Потому что я, допустим, за себя говорю, момент подготовки к соревнованиям готовился по 2, то 3, а то и 4 даже раза в день тренировался. Вот у меня 2 кардио-тренировки было и 2 силовых. Или был еще такой раз, когда 3 силовых и 1 кардио. Я, допустим, очень часто тренировал ноги, потому что они у меня отставали. Вот, и поэтому я качал их 1, а то и 2 раза в день. Ну и, соответственно, основная тренировка, допустим, на какую-то другую часть тела, ну, к примеру, руки там, или плечи, в зависимости от того, какой день. У меня как бы все расписано было. Ну, как расписано? Расписано в голове было, потому что я уже давно дневников не пишу, потому что с них толку нету вообще. Единственное, что я записываю, это какие-то полезные вещи, допустим, там, какие-то рецепты там, вот, что еще могу записывать? Ну, там, вкусняшки наши, да, там, могу записывать, что, как работает, вот, когда, что делать надо. Что еще там? Ну, в общем, не суть важна. Сегодня не про это. Так, сколько же нужно тренироваться вообще? Есть такая схема, как 5, 3 и 2 дня в неделю. Тут еще стоит учесть, что нужно тренировать определенные группы мышц в определенные дни. Вот, допустим, не стоит тренировать ноги и сразу же на следующий день после них, допустим, тренировать там грудные мышцы или спину, потому что это очень большие мышцы, да, в нашем теле, вот, и им как бы нужно очень, ну, больше времени для восстановления, чем тому же там трицепсу, бицепсу, руки вообще быстро восстанавливаются, плечи, к примеру, вот, голень. Так, пятидневный сплит у нас должен выглядеть так. Первая тренировка у нас идет на ноги, вторая на руки. Руки, это я подразумеваю все в общем, бицепс и трицепс уже в комплексе. Не нужно разделять это как что-то отдельное. Когда ты тренируешь ноги, ты же не тренируешь бицепс бедра и там четырехглавную, а главную отдельно. То есть все тренируется в один день в комплексе. Также и голень тоже, ну, это же ноги, правильно? Вот. Поэтому зачем их разделять? Лучше от этого не будет. Так, это по пятидневному сплиту, то, что я сказал уже. Ноги у нас идут первые, потом второй день у нас идут руки, третий день у нас идет спина. Вот, четвертый день у нас идут плечи, и пятый день, последний день у нас идет грудь. После груди у нас получается 2 дня выходных. За это время она успевает восстановиться. Ну и, соответственно, на ноги у нас почти 6 дней выходных. Так, второй вариант у нас трехдневный. Первый, конечно же, по старинке у нас идет ноги. Вот, вообще ноги нужно качать, стараться качать, по крайней мере, в отдельный день, если у вас есть возможность. Это очень большие мышечные группы, и они очень долго восстанавливаются. Вот, и у каждого специфика разная вообще бывает. У каждого подход индивидуальный должен быть, потому что, допустим, мне ноги нужно очень часто качать, чтобы они росли. Но в какой-то период тут нужно тоже как бы подстраиваться, интуитивно все это дело ощущать. Вот, в какой-то день хватает даже одного раза в две недели, раз в две недели тренировать ноги, чтобы они росли. Тут это такой темный лес, в общем, если кто не понимает. Ну, объяснять не буду, потому что это очень долго и отдельная тема. Так, первый день у нас идет в трехдневном сплите ноги. Во втором дне у нас идут руки и спина. Так, потом в третьем дне у нас идут плечи и грудь. Так, как же тренировать в трехдневный сплит свое тело? Первым у нас идет, конечно же, во втором дне идет спина. Потому что мышечные группы большие. Вот, таскаем большие веса. На руки веса, конечно, там маленькие идут, поэтому как бы не особо важно.
Но если у вас руки, допустим, отстают, тогда вы можете первыми качать руки. Вот, если вам не важна спина. С плечами и грудью то же самое. Вот. Но стоит как бы сказать, что лучше грудь, конечно, в день, в третий день плечи и грудь. Грудь лучше качать первой. Вот, и потом плечи. Так, и третий тренировка у нас. Третья тренировочка из двух дней всего лишь недели. Это для тех, у кого совсем не хватает времени. А времени не хватает, к сожалению, у многих. Так. Итак, смотрим. Что же у нас в третьей тренировке? А в третьей у нас тренировки идут, конечно же, по старинке. Первыми ноги у нас идут. Это в одной тренировке ноги и руки. Поскольку у нас две тренировки в неделю, соответственно, мы как бы ограничены во времени, поэтому мы качаем в один день ноги и руки. Первыми идут ноги, и вторыми идут руки. Потом вторая тренировка у нас идет спина, плечи и грудь. Здесь мы уже как бы играем. У нас первая идет спина и третья грудь. Если у нас, допустим, отстает спина, то, конечно же, мы спину скачаем в первую очередь. Если же грудь, тогда мы ставим тренировки грудь первой, а спину последней. Вот. Если же у нас остают плечи, то мы также переставляем на первое место и качаем уже по убыванию, скажем так, кому что надо. Вот. По поводу тренировок в один день, то есть, ну, чтобы вы поняли, одна тренировка в неделю всего лишь, ну, это, конечно, уже вопрос такой сложный, поэтому здесь говорить о том, что... Нет, я могу, в принципе, сказать, можно по пятидневному сплиту, вот, посудить, к примеру, чтобы в одну тренировку вот делать в последовательности все то, что здесь написано в первой тренировке. Ну, вот. Но тут как бы нужно подбирать все под себя, потому что, как я уже сказал, все мы уникальны, все мы разные, выносливость у каждого разная, поэтому подойдет ли вам один раз в неделю тренировка, ну, тут можно сказать, можно также использовать в этот один день только базовые упражнения, то есть приседания, становая тяга, жимы на грудь, ну, в общем, турники брусья добавите, и все. Вся ваша тренировка, вот. Ну, и, соответственно, не забывайте про питание. Питание – это самое главное. Вот такие вот делички. Так что вот эти вот все вещи можно использовать как на массу, как на сушку, просто для похудения. Это, в принципе, очень гибкая штуковина, вот, которую можно подстраивать под любые свои нужды. Ведь все зависит от чего, а все зависит от диеты. Поэтому диета очень важна, если вы хотите набрать массу или похудеть, или сделать рельеф. Хотя, в моем понимании, рельеф и похудение – это как бы одно и то же почти. Вот, потому что один фиг худеешь, правильно? Вот. Рельеф, он вообще зависит от того, сколько ты массы в период массы набора набрал. Чем больше ты общей массы набрал, соответственно, тем больше у тебя шансов как бы сделать нормальную фигуру. То есть высушиться и останется, так сказать, сухой остаток мышцы. Так, ну, вот такие вот у нас делишки. Так что, думаю, я на какие-то вопросы ответил. Если на какие-то не ответил, то пишем в комментарии, зададим вопросы. Вот. Если что-то надо, какие-то ссылки по тренировкам, то я обязательно вам скину. Так что пишите, задавайте свои вопросы. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока!